Ребята, всем привет! С вами я, Дима, канал Владелец Аквариума. Кратенько по двухсотке. Сейчас вот опять подмениваю воду. Получилось так, что уже пошла опять вторая неделя. Кстати, смотрите, кто тут плавает. Видите? Один малек меченосца все-таки выжил, которые вот тут рождались. Их скалярии дубасили всех, а один выжил. Вот в этой стае он сейчас шифруется. Похож на них, пока мелкий. Значит, что вам скажу. Аквариум запустил. Работа, работа, работа. И некогда. Плюс он поменял место дислокации. Вот он переехал из этой комнаты. Переехал немножко в другую. И теперь не знаю, как его тащить обратно. Придется или разбирать, или не знаю, в общем. Сейчас нашел немножко времечко поменять водичку, добавить удобрений. Вот. Подзарос. Подзарос, вот смотрите, видите обрастание на криптокорине Невеля. Вот она. Вот как оно все начинается. Вот это вот Дима запустил. Аквариум. Вот видите. Не все всегда хорошо и красиво. Эхинодорус тоже страдает. Кстати, я его там шевелил, пузырьки выходят. Мне кажется, там закисло все. Дропчекер синего цвета. Почему? Да потому что все просто. Нет баллона. А баллон у меня уже вторую неделю в багажнике в машине катается. Я его не могу просто завести. Физически не могу завести и заправить углекислотой. Плюс кончились макроудобрения, которые я тоже не успеваю заказать. То нет денег, то нет времени, еще чего-то. В общем, вот к таким последствиям привело, что аквариум начал немножко приобретать не тот вид, который... Есть. Ну, плюс, я думаю, еще играет роль вода, качество водички и температура. Уже тепло. 26 градусов. Так, ну-ка, сейчас на паузу поставлю. Пошел, проверил. Я что-то подумал, что вода горячая с крана идет. Нет, холодная. Было 25,5, стало 26. Не понимаю вообще, почему так. Вот. Так что, вот такое состояние. По обитателям. Корики живые. Есть даже выживший меченосец. Вон он. Вон он, вон он. Самка меченосца также жива. Вот. Скалярии минус одна. Большая после переезда аквариума, я не знаю. Ну, скорее всего, все, их она вот забилась вот там где-то. Вот в растениях и... Ну нету, ее уже нет неделю и, скорее всего, присоски отобедали. Анцитрусы. Вот так это все выглядит. Не знаю, что делать с вот этим горшком. Может быть, я его буду убирать. Так что, кто из Запорожья, вот, возможно, кому-то, если нужен вот такой вот хинодорус, ну не знаю, предложите мне там каких-то креветок или еще что-нибудь. Давайте поменяемся. Вот, вот его состояние. Эхинодорус горизонтальный. Тут 2-3 там куста. Куст стоит где-то гривен 50 на рынке. Но я за полтинник покупал. Тут два больших куста и маленьких кустов. У кого аквариум соответствующий, я думаю, ему там будет нормально. Ну, здесь ему не место, я это понял уже. Вот. Из новинок ничего не происходит, все по-старому, все как есть. Вот, 25,1. Это, наверное, глючит сам термометр. Вот, кстати, мох, видите, я принес его с природы. Интересная штука. Вот он полежит и такой засохший. Я его окунаю в водичку, или он у меня иногда падает, плавает. Потом бах, распускается. Вот это вот он буквально 15 минут назад распустился. Вот. В общем, ребята, все по состоянию аквариума. Водичка набралась, пора бежать в ванную отключать еще немножко и буду бежать.
Извините, что нет новых видео, потому как нет времени и, ну, нечего, в принципе, вам показывать. Если есть какие-то вопросы, пожелания, рекомендации, пожалуйста, всегда рад ответить на ваши вопросы и пообщаться. Всем пока и всего хорошего.